Я лейтенант Альдерейн. А это ублюдки, слыхала нас? Мы большие поклонники твоего таланта. Ты виртуозно убиваешь нацистов, но ты пока что новичок в этом деле. Не желаешь ли стать профессионалом? Это американский секретный отряд, который действует в тылу врага. Немцы называют их ублюдками. Ублюдками? Да, этих янки немцы боятся пуще дьявола. Так оно и есть. Ты о нас слышал и знаешь, что наше дело не пленных брать. Наше дело мочить нацистов. И знаешь, сынок, мы процветаем. Само собой. Через 3 дня Йозеф Геббельс устроит в Париже гала-премьеру своего нового фильма. Приглашены высшие чины немецкого командования. Короче, все тухлые яйца будут в одной корзине. Ваша задача – размозжить яйца. О, да-да-да-да! Кое-чего вы не знаете. Поточнее. Сам Гитлер будет на премьере. И как попасть на эту премьеру? Вы встретитесь с нашим агентом, она все устроит. Лейтенант Альдерейн, полагаю. Das ist das Geräusch meiner Walter, die direkt auf ihre Hoden gerichtet ist. Dann sind wir zu zweit. Und ab jetzt sind wir zu dritt. Отличная идея. Ты тот самый охотник на евреев? Прямо бинго! О, так говорится, прямо бинго. Лучше просто бинго.